11 августа, понедельник. Сейчас где-то около 7:30 утра. Я собираюсь ехать на озеро Бива. Сейчас я иду на станцию Син-Осака. Улицы практически пустынны. Для 2,5-миллионного города это достаточно мало людей на улицах, поэтому переходим дорогу на зеленый сигнал. Японцы тоже куда-то уезжают. Вот сверху у нас мост, по которому идут поезда, метро и ездят машины. Я снимал этот мост из гостиничного номера. Ну, левостороннее движение, как вы уже догадались. А до станции Син-Осака где-то с метров 500-700 от гостиницы. Метров 500-700 от гостиницы, но станция Нишинакаджима Мегамиката, это станция метро, линия Мидосудзи Лайн, метро Осаки. Если по времени, то пешком от Син-Осаки до гостиницы или от Син-Осаки до гостиницы на метро примерно одинаково по времени. Потому что станции очень большие, и именно из-за переходов между станциями теряется очень много времени. Особенно на таких больших станциях, как Син-Осака. Ну вот обычное явление, велосипеды стоят около обочины. И ну вот уже служба города убирает тротуары с утра. Но на метро эта поездка будет стоить 180 йен, это доллар 80 по текущему курсу. Но если вечером уставший, то тут уже не выбирать, на чем ехать, на метро или пешком идти, особенно вечером, ночью. Потому что вечером очень просто заблудиться в большом городе.